Здравствуйте, дорогие зрители, друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз пришел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Друзья, перед вами растение маранта, и сегодня мы будем его пересаживать. Посмотрите, как оно цветет такими лиловыми сиреневыми цветочками. Вот такой горшок с поддоном. И сейчас глиняный. И сейчас мы будем его пересаживать в другой, который мне очень-очень нравится. Покупаю я их, эти горшки в Леруа Мерлен. Они воздухо- и влагопроницаемые. Ну, сейчас будем с вами пересаживать. Грунт, конечно же, мы будем выбрасывать. Потому что я даже не помню, когда я пересаживала его. Очень-очень-очень давно. Маранта растет в этом горшке. Возьмем пакет, чтобы сразу потом выбросить этот грунт. Ну что, друзья, я думаю, что это будет непросто, потому что давным-давно я его не пересаживала. Но торопиться не будем, друзья. Как есть, так и есть. Вот листочек маленький. Как есть, так и есть. Буду вам все показывать. А, друзья, кто торопится и кому хочется только результат посмотреть, пожалуйста, перематывайте. Проблем нет. Выбор, друзья, за вами. Хотите, смотрите, хотите, перематывайте. А я буду потихонечку все делать, не торопясь. Очень давно не пересаживала, как я и говорила ранее. Амаранта любит, друзья, очень рыхлую, плодородную землю, плодородный грунт. И грунт должен быть слабо-слабо кислый. Вот потихонечку, друзья, все-таки достается. Да-да, потихонечку. Я думаю, там все корнями заплетено. Потому что очень-очень туго идет. Друзья, маранта еще для полутенистых мест. Можно даже сказать, что это для начинающих цветоводов растения. Так, вот все. Пошла. И сейчас посмотрим, друзья, корешки с вами. Ну, думаю, там что ужас ужасный. Да, точно. Посмотрите, все заплетено, бедная маранта. Весь грунт съела. Видите, какие корни. Кошмар. Ну, ничего. Сейчас все исправим. Все будет классно. Пересадим. И, друзья, маранта любит северные окна. Но северных окон у нас нет. Будет на западном. Видите, вся такая неаккуратная уже. Сухие листья. Сейчас нужно привести ее в порядок. Сделать аккуратно все. Пересадить, чтобы было все красиво. И далее я вам покажу, где она у нас будет расти. Друзья, это тропическая красавица. И, конечно же, холод не переносит. Но, друзья, раз она тропическая красавица у нас, значит, она любит опрыскивание. И 90% влажности. Для нее это будет очень и очень комфортно. Видите, все заплетено. Все буду делать потихоньку. Даже не знаю, куда подцепиться. Друзья, у нас ливни идут почти каждый день. Ливни, ливни, ураганы, ветер, ливни, ливни. Ой, друзья, такого лета я еще не видала. Вот сегодня дождь, решила заниматься комнатными растениями, потому что
Ну, сегодня так еще более-менее дождь то идет, то не идет, но все равно, даже когда дождь прекращается, такая сырость. И представляете, столько комаров я не видела за всю свою жизнь. У нас не было столько комаров. Это ужасно. Так что работать в саду невозможно. И вот я решила сегодня заняться комнатными растениями. Потому что маранта, она уже давно просится пересадить ее. Ну что, друзья, будем замешивать грунт. Здесь у меня универсальный грунт, торф, мох сфагнум, кора, древесный уголь и ил. Сейчас будем все перемешивать. Очень вкусный, питательный для маранты грунт. Очень рыхлый, воздушный, влага и воздухопроницаемый, друзья. Сейчас все замешаем, все будет классненько. А знаете, друзья, она очень уязвима гнили. И дренаж должен быть очень и очень хороший. Его должно быть много. Сейчас вам покажу, какой горшочек я купила в Леруа Мерлен. Да-да-да, мои любимые горшочки. Дренаж. Дренаж вот до сюда. Его много. Сам горшок воздух и влагопроницаемый, да еще грунт воздух и влагопроницаемый, много дренажа, так что маранте будет суперски комфортно. А я, друзья, буду потихонечку работать с растением.
Друзья, ну начинаем высаживать растения, сажать. А вот вы знаете, друзья, еще называют это растение молильное дерево. Думаете, почему его называют? А все из-за необычных листьев. Когда вот много света, друзья, ну вот то есть, допустим, днем, да, то листья, они горизонтально направленные. Горизонтально так лежат, да. А вот ночью, а наоборот, они ночью поднимаются и складываются вместе, как ладошки. Как будто бы, вы знаете, человек молится. Вот поэтому называют молильное дерево. Вот так вот, друзья. Ну, кто не хочет заморачиваться, можно купить грунт в специализированных магазинах специально для марантовых. Ну, а я составила грунт. Грунт вкусный, питательный. Маранте понравится. Видите, какие клубенечки. Так много. Сейчас будем потихоньку все рассаживать. И сразу буду же черенковать. И сразу же, друзья, буду втыкать. Втыкать, именно втыкать сюда же в грунт. Видите, какая сейчас ветка. Здесь она голая, а на конце большие листья. Тяжело будет. И сейчас я зачеренкую. Ну, вы далее все увидите. Еще раз повторюсь, что грунт должен быть обязательно-обязательно рыхлый, плодородный и слабокислый. Кстати, друзья, даже подойдет грунт для бегоний, например, да. Ну, а кто составляет грунт, можно даже добавить хвою. Но чтобы хвоя была не из леса, а из вашего сада. Потому что она в лесу бывает, что она заражена, а у вас в саду все равно же вы смотрите за ней. Ну вот так потихоньку, друзья, будем все сажать. Черенок за черенком.
А сейчас вам покажу конечный результат. Покажу, куда я это растение маранту подвесила в зимний сад. Посмотрите, здесь у меня висела генура, а я хотела ампельное растение. Значит, генуру мы убираем на то место, где была маранта. Вот сюда поставим ее на стойку, потому что она любит свет, генура, а маранта не очень. Любит такие полутенистые, как я говорила ранее. Вот посмотрите посадку. Шикарный куст. Классно. Я думаю, что красиво будет тут смотреться. Компактно. Густо посадила. Красиво. Вот на таком кольце подвешена маранта. Вверху у меня асциндапсус тоже такой плетистый, ампельный. Здесь маранта ампельная. Думаю, будет красота. И внизу еще у меня алоказия. Конечно, тоже я ее буду убирать. Тоже какое-нибудь ампельное растение. А, пеперомию, да, пеперомию. Вот. Тоже буду пересаживать. Она у меня в глиняном горшочке сидит тоже с поддоном. Я ее буду убирать отсюда, пересаживать в такой же горшок. Воздухолагопроницаемый. И она будет у меня, поменяем местами, где была алоказия, будет пеперомия, где пеперомия, будет алоказия. Ну, вот так вот, друзья. Такая пересадочка у нас с вами вышла. На этом все. Будем прощаться с вами. До скорой встречи. Пока-пока, ваша Оля. Отличного лета. Хотя у нас оно не отличное, у нас оно дождливое. Вам желаю солнечного лета. Отличного цветочного настроения, ваша Оля.